Молодец. Ну все, клади теперь на подоконник или куда-то сушиться. Можешь подуть. Давай, Полин, старайся. Да, это желтый у меня? Да, это желтый. Ты сейчас смочи. Вот так. Да. Теперь вот тут вот. Полин, давай. Полина уже позировать. Да, Полин. Полина, теперь вот тут смотри, обмакни, чтобы не сильно. Что такое? Это значит уже не работать, а на камеру. Отдыхаться. Так, давай вот желтенький сейчас лепесток. Ушел. А почему 63-й год? Это основа. А Денис, знаешь, когда у нас завод образовался? Мой, где я работаю? 58. Правильно, Денис, молодец. А как ты так помнишь, а? Потому что я читал в календаре. А вот это какой? Молодец. А это какой в 63-м году был? А это какой завод? Денис, молодец, что ты вот, я удивляюсь, что ты запомнил вот эту цифру. Так в календаре же написано. Да, но все равно он запомнил. А ты помнишь? А вот и Лего. Ага, молодец. А зачем Лего? Вот я Урал нарисовал. Ну, чтобы... Собирать Лего. Правильно, правильно, Денис. Так, и вот там еще. Ну, это не вымышленно, но она как-то так вот. Да, мы видим, у нас чувствуем. А вот очень... У нас целая армия боевых. Вася, покажи свой рисунок. Прикольно. Вот я бы... Я бы...